например, я целюсь с дерева, и появляется противник слева. И я не успею ничего сделать. Мне надо уйти с сектора. Я сам не хочу падать. Иди сюда. Я еще нападаюсь. Вот, например, прицелься. То стоит правильно. Ноги нормас, плита вперед, которой нет. И у него появляется противник слева. Он боковым зрением увидит какое-то движение, но довести до него не сможет. И он уйдет, скроется. Для чего это делать? Все прицельтесь в меня. Закройте глаз, который у вас, ну, там, ты левша, а ты там правый закрываешь, остальные левый. Потому что тот, который не смотрит через диоптрий. Вы целите все вот сюда мне в голову, да? И если я резко вот так вот уйду, я прыгаю под автомат. И в какую сторону конкретно я упал, вам неизвестно. Вы теряете меня из виду. Это одна из причин, почему нельзя целиться одним глазом. Одним глазом даже в оптику целиться нельзя. Надо стараться, ну, который там четырехкратный, восьмикратный, понятно, у вас голова взорвется. Надо стараться в оптику и в диоптрии тем более целиться двумя глазами. В домах там еще есть особенность одна. То есть, когда вы смотрите меня двумя глазами, прицелитесь себе меня в голову. В голову, ты не в голову целишься. И когда я, допустим, буду садиться резко, вторым глазом вы увидите, куда я, например, ушел. Я могу сесть, а могу, например, там уйти вот сюда, например. Да, сделать вертикальный уход. Или сделать вертикальный уход в бок. Соответственно, два глаза это обязательно. Не выйти через мушку, прицеливайтесь. Как в армии там. Вот так вот там они как-то смотрят. Окей, вы в точку сможете стрелять, но вы не будете видеть ни хера вообще. И, соответственно, когда вы смотрите одним глазом в точку, вы больше ничего не увидите. Есть такое понятие туннельное зрение. Вы увидели противника в кусте, в левом, например, и в него смотрите одним глазом вот так, через диоптрий, через коллиматор, неважно. Вы не видите ничего больше.